Здорово, здорово, YouTube, с вами снова Арти, у нас еще одна каточка на уле. Ну, слушай, ты же хочешь увидеть вообще Господа Бога на уле? Мне кажется, я очень хорошо в этой катке сыграл, поэтому за эту катку я считаю, что, ну, неплохо было бы поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий, погнали смотреть. Но пойдем по стандарту и постараемся просто показать сейчас красивую игру, как бы. Постараюсь не нубить. Раньше я за него тоже много играл. Прям когда-то. Давно. YouTube на стриме 72 лайка. Красавчики, просто топите. О, Макс пошел байтить. Я молчу вообще. Про донаты молчу сегодня на стриме. Ну как молчу. Да, вчера у Мармока было очень много зрителей на стриме. Очень много. А самое охеренное, что он мог сделать, он не добавил вообще ничего. Ни донаток, ни возможности платно подписаться, ничего. Это очень круто. Это очень круто. Там все было выключено, ё-моё. Там даже, по-моему, монетизация была на самом стриме выключена. Это очень круто. Слушай, ну на 10 лямов подписчиков я бы тоже нихер делал, такой стрим сделал. 10 лямов, понимаешь? Он целится вот сюда, чтобы дать. Да, это был его первый стрим в честь 10 миллионов. Видите, куда он целится? Ну и мир подумал, что я его не буду поддерживать. Нам нужно максимально его раздамажить, чтобы он не сувался куда не следует. Да, его первый стрим был. Не знаю, последний ли, но был хороший стрим, я долго сидел у него. Да, да, я ж про то же. У него там прибыли с Ютуба столько, что... Тройки-то нету, дядь. Я тупанул. Вы могли бы сейчас так замутить красиво. Пока сказал, что хочу красивую игру здесь показать. Сейчас мы их убьем, если. Сука. Теперь без единички иди крипов побей. Пока мы пофармим твой баф. Stupid enemy. Он бэкнулся? Он не бэкнулся, а я даже не услышал. Здорово. Плохо. Он меня еще и убить может. Ну как он мне за спину давал? Как он мне за спину давал? Он что, гений? Он что, гений, что ли? Тише. Да, конечно, замка выиграли. Здорово, Николай, здорово. Ну а что я мог сделать? Что я мог сделать? Ну всех. World middle thanks. Дядь, я-то послушный, могу послушать. Это все грибы. Хорошо. Тотемчик забирают, это очень хорошо. О. Он прям вымеряет этот, конечно, такое себе. Ой, там белка, и с белкой это очень плохо. Она в эрли очень...
Она в Ирле очень сильная. Покойся. Знал, что пора возвращаться. Слушай, ну было, конечно, внутреннее такое чутье. Я просто недооценил его. Себе шуток. Я не думал, что он мне столько... Бельчонка бы выцепить. Тебя не заформляли дисплей с ХП, ты сам сделал или оно такое есть? Такое есть. Жестко. Не, кстати, Хоуи не глупый далеко. Он прям выжидает и все такое. Здорово, удар. Да, сижу, чили тут на месте, дома, как говорится. Минус. Не понимаю Юмира. Не удивлюсь. Да. Здорово. Careful left, я понял. Ymir is here, да. Я просто немножко не понял его мова, если честно. Он посчитал, что если Йормунганд четвертый, то мы должны типа начать драться сразу, мгновенно, перманентно. Это, по-моему, глупость. Ладно, чтобы у них жопа не порвалась от этого. От белки. Белка просто вначале всегда такой сильный. И как бы смотреть на это можно не смотреть. Блять, я думал, он за красным пошел. Зачем мне смурф, ты шо? Я ж максимум на сильвером могу. О, может удар, ты играл в Хант Шоудаун? Мы сейчас после смайта в Хант пойдем. Там, кстати, скоро тройки ведут, и нам в теории с Максом нужен будет еще один человек по итогу. Белка всегда сильнее, у него есть жол. Да, но он в Ирле сильный. В Лите он, я бы не сказал, что прям мега сильный. Не такой сильный, как в Ирле, по крайней мере. Что за игра интересная? Ну, вообще должна быть прикольная. Ага, и Хоуи там. И они меня сейчас придут убивать. Крипы! Хорошо. Главное, срулили, жопу спасли. Белка ни о чем, меня очень сильно вырли. Антиграфон классный. Да там и концепция игры, в принципе, классная. Да, в раннем доступе пока что. Но она уже вот-вот выйдет. Прей, давай, поп. Что спонсорка дает? Она тебе даст 6 смайликов для чата, иконку саба, респектозик от стримера и возможность участвовать в розыгрышах. Потому что я часто розыгрыши устраиваю для сабов. Ну и все. Поддержка стримера. Пойдешь сюда, че нет? Не, крысюк, обходить будешь, нет? Здорово.
Хороший ульт. Но среагировал он очень быстро с ультом, кстати. Я видел, как ты отфидил Титану, да. Отхилил им. Пойдет сюда, Йорман? Нет. Он ультит? Инсталь. Ну да, скорее всего. Да, белка еще и бежит. Ну, отъебись, да сам факт то, что он среагировал. Как же он бесит, беззвучный. Главное пизды дать убегать. Вот за это можно и лайкусик поставить. Чат, ну за это можно лайкусик поставить. Лайкусик и клипчик. Можете клипчик сделать? Ой, такой момент в клипчик в любом случае нужен. Слишком жестко. Слишком жестко на стримере сегодня. Сука, смотри, что делает. Пушит мою таврку даже под крипами, собака. Потому что не хочет проигрывать свою линию, чертову. И ждет. Прицелился и ждет. Такой рофильный. Пианино. Пианино в деле, ребят. Все, не хочешь больше драться, да? Да как я не попал? Все же рассчитано, до миллиметра было. Лол, смотри, опять прицелился. Давай. Ультит. Да прыгай, блин, красная киска. Не, такого я не слышал. Падающий люстр, первый раз такое слышу. Блин, нет, давайте вот это соберем что-нибудь. Красивая игра, возьмите, распишитесь. Я же обещал, то, что я постараюсь красиво сыграть. Красная киска, ну да, у него не красная киска. Смотри. Йорманган, красная киска, еще с даймондовской рамкой, чувак. Правда, с медитацией. Спасибо, Макс, спасибо большое. Второй килл тоже можно было бы клип сделать, знаете, лентяи. Не часто против тебя ДК почти на равных стоят. Ну, да, да. Ну что, рейтинг низкий, а я давно играю на ДК. Надо один раз ульт все-таки качнуть, наверное. Я понял. Я понял. Да, Рахна сразу сдаться хочет. Я не удивлюсь, если они сдадутся. Нашел. Здорово. Думал я, он думал то, что я остановлюсь типа перед тавркой. Смысле? Будет видос с клипами, алё, ты шо? Атак,
Он не может подождать 5 секунд или что, не пойму. Белки пол хп, он все равно не будет вырываться. Ой. Пианино, пианино. Ты про кого, Анибал, Макс? Да не, Хоуи нормальный, Хоуи нормально катает, более-менее. Не самый лучший уль, конечно. Ой, уль, сука. Уль-то хороший. Да, в смысле не важно. Куда ты хотел? Будет вылазить? Он долго так может под землей быть? И чухнули. Прыгнули, чухнули, все хорошо. Годнота. Я видел, что я не дособирал, если что. А то мало ли сейчас вопросы пойдут, а что не дособирал. Чего? Что за звук был, слышали? Так. Event right lane. О, не, не, она не грамотная, знаешь. Не юзайте пока команды белить. Хорошо. Да как я не попал, рили? Не могу, мать. Хорошо, хорошо. Плохо, что это убили, конечно, а так хорошо. Все за кредит. Я подумаю. Потому что я предупреждал. Могли бы убить. А, блядь. А он обратку взял. Это что, животное? А его в ульте никак, да, не проб... Ну его никак не спастись от него. Типа вообще никак. Ну я потею выиграть хочу, конечно, да. И мир вроде неплохой у нас. Да все вроде бы, это хорошая катка. У них вроде все не тупенькие, у нас вроде все хорошо. Типа он змей, да вообще не говорим. Нужно задушить змею, чат, срочно. Может кто помочь? Да слушай, я же говорю, тут зависит от того, от стиля игры. Мне больше скорость атаки.
Спасибо за подписку, ребят. Мне больше нравится быстро стрелять. Хорошо, Эмир, хорошо убил. Я прям чувствовал, как он убьет. Ну уже я туда не добегу при всех раскладах. Do something. Побью пока. Мне некому мешать в теории. Так. Enemies incoming. А, это он ссылу учит. А это ссыла, наверное, на прошлый Посейдон, да, наш? Я так подозреваю. А если уля вкрытые, можно и вкрытые собрать, почему нет? Тут уж как кайф. Как вот ты отыгрываешь, так и нужно собирать. А, ссыла хель. Ну, тогда странно. Тогда странно. Блять, что там на миду? Почесать. О, я еще заруинил нашу арахну. Ха-ха, и чухнул, смотри. Видели, да? Командная работа называется сейчас. Здорово. О, этот ультит. Тихо. Ты что, думал, я просто так тебе отдамся? Даже если ты хорошо играешь. Тогда лучше в скорость атаки калачишь, как я. Давай. Но? А, там типа крип. А мы как бы можем вдвоем? Че нет? Что-то опять не кинулся сразу. Ого! Ого-гошечки, ого. Йормунгат настолько противная собачина, то что он в теории мог бы на ульте прискакать и убить меня сейчас. Мы сейчас Аси выхилимся. И будет все хорошо. Так, ну у них... Давай вот так вот сделаем. Что еще собрать? Что шестым собрать? Пусть они там подерутся. А билки сдадут все, я приду всех со стилю и добью. И будет красиво. Блин, как же он далеко может ультить. Хорошо. Хорошо. Я не увидел, что я в ульте стою. А так хорошо. Отхилиться. Дайте мне крипы, пожалуйста. А, синий, не работает. Рано. Хил нужен. Да что ж я руинит против этой белки-то? Хорошо. Это хорошо было. А зачем мне еще вампиризм? Мне вампиризм только от крипов нужно отхиливаться. Тут
Сила, не умри, пожалуйста. Не, мне нравится Уль. Он очень мобильный, очень, вообще очень сильный во всех смыслах, на самом деле. Очень крутой персонаж. Юлец, 6000 сообщений, хорош. Я не буду силы забирать, силы слишком много урона наносят. Опа, здорово. Тихо. Тихо. Илимся. Айси работает. Да, ё-моё. Хорошо. Хорошо. Но они прям закончить хотят, ничего себе. Если мы закончим, это будет хорошая быстрая каточка, интересная, за которую можно и лайкусик-то поставить. Да, смотри, мы заканчиваем, выигрываем. Ну, отлично мы сыграли, мне кажется. Я так вообще красава. Хорошая каточка. Нельзя дать глобальную эмоцию почему-то. Хорошая, как хорошая. Прям мощная.